На днях в Баку прошла выставка на тему «Япония глазами художников». Инициаторами выставки выступили партия «Ена Азербайджан» и Самальского района, Союз художников Азербайджана, Общественное объединение военнослужащих в отставке, Дом книги «Азери Китаб» и Азербайджано-японское общественное объединение «Сакура». Япония глазами азербайджанских художников. Здесь не только нарисована японская тема, но и Азербайджан показан. И самый важный момент, что каждый наш молодой, каждый пожилой художник узнает культуру другого народа. Не берет у него что-то, а вот изучает народ и создает интересные картины. Япония медениятен и стал Азербайджан медениятен. Как вы уже знаете, в этом году мы отмечаем столетие Азербайджанской Демократической Республики. В рамках этого события мы до сегодняшнего дня организовывали множество выставок. На этот раз мы решили показать всю красоту Японии в творчестве азербайджанских художников. Экспозиция состоит из 150 картин молодых художников, которые продемонстрировали свой взгляд на Японию. Их работа – это своеобразная реакция на события и культуру прекрасного государства. Данное мероприятие было интересно абсолютно всем – тем, кто уже успел посетить страну солнца, и тем, кто только начинает знакомиться с ее культурой. Ведь Япония действительно удивительный край, который поражает многовековой историей и давними традициями. Место чудесной сакуры, привлекательных гейш и мужественных самураев. Стоит отметить, что на выставке были также продемонстрированы картины юных художников. Я нарисовала картину, но там японская девочка и самурай. Самурай идет на войну, и японская девочка к ним прощается. Я никогда не была в Японии. Однажды я посмотрела японский фильм. Мне очень понравился образ японской девушки. Я ее нарисовала. Потом мы узнали про эту выставку и решили принять участие. В завершении мероприятия участникам выставки от имени организаторов были вручены грамоты.